248. Не густо, но и не пусто. Камешку я заберем, ждем. Так, это у нас кто там? Ты это как его? В мужскую-то драку-то не лезь. Однако. Да блин, куда ж ты цепляешь-то? Кусок руки-то. Ага, хорошо зашло. Еще раз. Да ладно, блин. А, упала. Берем дубиночку, добьем ее. Вот так. Отдай стрелу, паскудница. Так, ну что ж. Только ты и я, братан. Нет. Все по чесноку. Ну почти. Блин, сламинка-то, говорит, кончилась. Ну хорошо, кончилось-то кончилось. Немножко походим. Откуда ты, паскудник-то, взялся-то? Тут у нас, понимаешь, либок. Он даже еще ни разу не упал. Идем. Только, говорит, голова болит. Дай похмелиться. А, говорит, а у меня-то спирта нет. Я продал. Спирта я продал. Ты посмотри на меня, живучий, как, что это такое. Стрела. Один штука. Да что ж такое-то? Так, отходим. Берем что-нибудь, лук, например, и потом лишнего человека, который нам мешает. Так, стреляйте. Вот. Блин, еще один байкер. Откуда ты взялся? Гребаный покемон. Ну на тебе тоже, за компанию-то. Упал, упал. Так, все, теперь можно, походу, его и руками добить. Ой, блин, не та кнопка, не те руки. В смысле, не туда жмякаешь. Так, что ж ты надел? Педали путаем, как говорит Виталик. Ой, Макс. Вот так, лучше. А да сюда стрела. Ну, давай сюда. На тебя. Еще раз. Ух ты. Круто. Вот, и опять мне бежать сколько? 2,1 километр. Японский городовой. Это какой-то поселок, по ходу дела. Ну, в принципе, вот тут где-нибудь можно было бы и поселиться. Но! Расстояние большое, блин, опять бежать пешком. Блин, мне уже показалось, что это медведь гребаный. Ой, я мерз, ладно, побежал. В нашем деле главное что? Нарваться на медведя. А еще главное, собрать достаточно файбера, чтобы твою дивизию сделать в другом месте. Этот гребаный спальник, чтобы не возвращаться опять по 2 километра, блин, идиот. Ну да. Это я. Но преимущество в том, что можно всякое-всякое понаходить. То, что раньше не находил. Главное только на медведя не нарваться, это факт. Блин, эти камни долбаные. Такое ощущение, как будто не медведь. Ух ты, нифига. Братан, здоровый. Крошит руками. Камни, блин. Игра в недаром называется. 7 дней, чтобы умереть. Опять эта гребаная птица ко мне привязалась. Ну, не получилось, так не получилось. Оп. Птичка вроде как не преследует, но то хорошо. Эх, сколько там еще по карте-то, если посмотреть. Я режу, конечно, углы. 1,1 километр, да. Этот мир просто кишит этими гребаными птицами. Ой. Такое ощущение, что он, наверное, как на меня пытается, наверное,
грубо говоря, навестись. Продолжаем бегать дальше. Вот. Уже почти считайте, что пришел. Что это? Оп. Палаточный городок. Не носите столько, сколько, как я. Как говорится, тяжело нести и жалко бросить. Пошел нафиг. Так, уже считать, что в городе или в поселке, что тут у нас тут церковь. Сколько там, пятиэтажка, нифига. Нормальное здание, уже там что-то можно на крыше как минимум поселиться. Так. Не тот ли это зомбя, которого я пытался... Ой, это у вас тут двое. Надо стаминку подкопить. Забрать свое шматье и... куда-нибудь свалить. 60, блин, она больше не растет. А все почему? Потому что, наверное, воды попить надо. Так, а где ж мой рюкзак-то? А вот он. Да хорош. Хорош лагать-то, ёпона мать. Так, что у нас есть? Вода. Пьем. Говорит 90%. Что за нафиг? А почему не восстанавливается? Так, бинт что ли скушает? Давайте скушаем бинт. Бинт не влияет на параметры, конечно же. Так, хорошо, давайте сделаем. 4 бинтика. Вот что-то как-то я с вами сражаться вообще прям не хочу. Вот здание, конечно, хорошее. Это факт. В нем много вкусного, а еще больше там зомби. В каждой комнате, короче, дофига. Вот что вам не местно, как говорится. Не местно. Поселиться. Ух ты. Так. Ступеньки. Дайте скорпу ступеньки. Сколько раз? На десятку. Десятку раз. И фреймов тоже. Десятку. Чуть два раза сказал, что ли? Надо мне два раза. Вот, короче, вышка. Будет мое время, пока убежище. Я сделал. Сделал. Сейчас где-нибудь здесь поднимемся. Там кинем свои шмотки, ну хватит уже подыхать и за 2 километра бегать, ну это же тупо. Только я так могу. Только я так могу делать. Так, вот ты мне, скотина, мешаешь. О, сколько тут чая красного. Угу. Стаминка-то, говорит, кончается прям сильно. Огнестрела у меня нет. Разок. Давай еще разочек. Вот красавчик. Жалко тебе под зад. Блин, стрепись, Леша, ты откуда взялась? Ага. Ой, ну не надо только в такой позе ложиться, пожалуйста. И вообще оденься. Фу-фу-фу. Ой, иди отсюда, чтобы я тебя не видел. Стыд то срамота, однако-то. Так, что тут нам дают? О. Это тут так, глядишь, пока получше. Конечно. Ой. Две косточки возьму. Так, ничего так. В принципе, сразу ее не сломает. Прям так сразу уж сильно. Вот, так что где-нибудь надо вот... Да вот научим, что там,
Хотя, походу, десяток мне не хватит. Еще давай 3 десятка сделаю. Ой, блин, во. Да, блин. Что такое? О. Не хватает. Нормально, можно зайти. О, ништяк. Так, ставим, бросаем. Вот, хорошо. И, наконец-таки, глупый скорб возьмет и сделает сундучок. Сбросит сюда свое барахло. Вот где-нибудь хотя бы здесь. Вот. Это. А тоже жир, монетки, вот это вот херню, вот этого, этого, этого. Мясо. Так, это я с собой возьму. Мне еще как-то спуститься надо будет. Во, смотрите, сколько места освободилось. Кости. Банки пустые. Да нифига себе. Ладно, это тоже скинем. Фу, теперь можешь что-то делать. Так. Ну, пока спустились. Просто так. Что это было? Неужели опять медведь, ваша мать? Что это за звук было, я не понял. Фу, блин, гребаная свинья. Так, хорошее попадание было. Есть курить? Да ладно, блин. Так, убил даже. Круто. Разбираю это. Давай сюда стрелы. Мясо мне нужно. Во, нормалек. В общем, я в одном видео видел, либо мне кто-то ссылку скидывал с друзей. Наверное, Леха. Что-то я как-то... Короче, двери. Двери можно расположить горизонтально. Так, вот здесь вот мы поставим фреймы. Опять же таки. Вот. Ой. Бросать эти... Далековато, походу. Ай, елки-моталки. Опять далеко. А ну. О. Кончились, говорит, фреймы. Хорошо, сделаем еще немножко. Так, двери есть? Есть. Их можно раз... Я имею в виду, что эти двери можно расположить горизонтально. Ой, опять. Ой, елки-палки. Да что происходит-то? Просто горизонтально расположитесь, пожалуйста. Ну, хотя бы так. Так, дайте мне еще один квадратик. Так, это забьем. Вот, и между ними расположим дверь.
Ладно. Походу квадратик. Вот. Короче, их можно открыть обе две. И все. А можно закрыть. И проходить. Плюс еще надо будет сделать. Ой, только не падает. Ступеньки. Вот так, да. Оп. Куда ты пошел? Молодец, сломал ногу. Да ладно, нога это не голова. Заживет до следующего утра. Ой, да не ломай ты, блин. Так, еще немного бесенок. Где они там у нас? Вот. Вылазь, вылазь. Вот так зашел себе на вечер. Дверьку открыл, вторую. Ну, вот и все. И пускай себе заходит, а падает, падает и заходит. Да, ногу, конечно, я молодец сломал. Костер. Крафтим костер. Вот. Ложим сюда один наш кукинг-пот. Кукинг-пот, наверное, здесь. Молодец, правильно. Вот. Дровишки. Водичку можно, наверное, здесь оставить. Еду. В принципе, даже мясо можно оставить с этим яйцом. И жир тоже. Это скрапнуть. У нас есть банки, надо взять. Тут вроде как должно быть озеро. Посмотрим. Есть вот бассейн. Вот там. Богатый дом, как я его называю. В принципе, он так и называется. Все. Мост у вас есть. Самый что ни есть настоящий. Причем-то работает. Ну куда? Лучше бы, конечно, вас зомби не видели. Потому что перелом ноги такой серьезный, как у меня. Будет проходить сколько? Да блин. 57 минут реального времени. Это... Блин, без использования костыля. Так, а костыль у нас делается из скотча и там еще чего-нибудь. Сплинт. Дерево. Что еще не так? Два скотча есть, дерево, тряпочки есть, немножко, но есть. Хватает? Хватает. Использую. Вот. И теперь у нас время на 29, на полчаса сократилось. Ну, это лучше, чем 51 минута, это в любом случае. Стрёмная, конечно, вещь, но... Так, надо одну ступеньку сломать. Потому что зомби прямо будут как... друг за другом ходить. Так, баночки взял, вот сюда положим. Возьмем, пойдем, наберем воды. Этот богатый дом. Богатый дом. Не забываем подбирать камушки. Опа, в животе, говорит, бурчит. Персонаж хочет есть. Хорошо. В смысле, плохо. Потому что мясо осталось наверху. Ладно. Так. Мне здесь пригодится один кубик. Один фрейм. Ой, блин, эти кнопки ты жмакнул. Ты сюда... А ты сюда. Как так-то? Да блин, я же нажал прыжок. Вот.
Сейф все-таки есть. Сейф никуда не делся, это хорошо. Хоть какие-то изменения в смысле в игре не произошли. Еще один, пожалуйста, кубик, дайте мне. Вход в смысле и выход. Так, там книжки есть. Кстати, коробочка есть. В этой коробочке иногда что-то бывает интересного, полезного и вкусного. Ну так и да, так вот до арбалета мне еще как до космоса. Да забери ты перед, блин. Пятиэтажка прям к себе манит. Ну, конечно, можно к ней подняться. Там надо приличное количество фреймов, но это не так сложно на самом деле. Ну что ж, срубил дерево, посади новое. Одно я уже посадил, плюс вторая шишка. Вот, так сказать, прибавок. Да хорошо, я знаю, что ты хочешь есть. Не спеши, братан. Ты смотри, уже все облутал здесь. Такая незатейливая конструкция, но она поможет мне выжить. Как минимум, это хочется думать. Так, персонаж говорит, хочу есть. Скушаем один кусочек мяса, одно, наверное, штуки два. Возьмем какое-то количество дерева. Вот, 18 штучек должно быть. Скипятим воду. Целых 27 штук. Плюс возьмем с собой мясо и зажарим вот эту гадость. Что за нафиг? Каюш твою. Гребаная, блин, птичка. Да, попробую в нее попасть. Чего духа на меня напала? Я вроде как с полным ХП был. Чего дух непонятно, никому не мешаю, стою себе здесь, готовлю мясо, это паскудно. Ага. Называется. Захотел бы попасть, да не получается. Да что ж такое-то? Короче, блин. Дайте хоть поесть, что ли. Надо стенки ставить. Причем срочно. Ага, сейчас попадешь мне, блин. Так, давайте. Блин. Закажем фреймиков. Ты ж паскуда. Да какого хрена? Я же на месте стоял. Ну как так-то, ёб твою. Фух, не знаю, как я выжил, но я как-то выжил. Пока что. Но это не точно. У этого лука должен быть побольше урон, чем того стандартного гребаного деревянного. Птичку убил, хорошо, это уже плюс. Но то, что зомби
прицепились, это минус. Так как так-то, блин? Во! Аж прям перекрутило, дебила. Фух, ногу сломал опять-таки. Прошу заметить, сломал ногу. Так куда стрела-то девается? Что, прицел перестал работать, что ли? Встань, дебил. Наводимся. Крестик. Упал. Дубинка есть? Есть. Стойненько кончилось, говорит. Так, дайте. Дайте я хоть ударю разочек. Вот так вот. Козел. Тебя понюхал. Так. Где там эти гребаные фреймы? Есть, слава богу. Можно хатку какую-то построить. Давай ползи наверх. Конечно, да. Надо бы хотя бы кое сделать. Чик. Уходим в стелс. Потихоньку. Ползем. Хватит мне одного зомби. Двух, то есть. Если смогу я подпрыгнуть или нет. Ага. Сейчас. Да что ж такое-то, блин? Да, дайте увеличение. Вот хочешь, говорится, зайти домой, а не тут-то было, тут лично тебе кто-то мешает. То пьяные соседи. Какой-то зомби апокалипсис несчастный, то какие-то птицы, блин, облезлые. Кстати, наверное, насчет птиц. Бери сосульку. Их можно, это, как его, на перья пустить. Во, нормалек. Только не ломайте мой дом. Я его еще даже не обустроил, уже собрались его ломать. Ну, конечно, получше будет, чем тут. Прицел нормальный, кстати говоря. Ух ты! Что-то не в тебя целился, ну да ладно. Блин, сколько надо кнопок раз нажать, чтобы прицелиться. Садка. Уходим. В смысле, просто тупо стреляем. Умер. Молодец. Стрела дашь, не отдаст. Джордж. А давайте огреем его дубинкой все-таки. Вот и хорошо. Так, птиц я разделал. Камешков сколько у меня? 270. И дерева мало. Ну ничего. Давайте полтосик. Полтосик закажем. Стрел. Ой. Так делай, говорю. Так, надо все-таки. Все-таки вылезти. В смысле? Ты что-то. А, я что-то промахнулся. Подберем. Полезу наверх. Блин, костер все еще горит, а ну стой, хватит тратить мои ресурсы. Давайте что ли попьем водички. Так. Так, мясо я не заказал, понятно. Так, сейчас будет еще один стрёмный вариант укладки фреймов. Эйт. Чуть-чуть. Эйт. О! Есть.
Надеюсь, здание разрушится от того, что я тут свою кибитку построю. Так. Да, только по огню ходить не надо, пожалуйста. А то сгоришь, кедрени фини. Сгорел на работе. Буквально в смысле слова. Только что там было. Чуть-чуть в сторону. Молодец. Ну вот, в общем, какую-то коробку построил просто из фрейма тупо. Двойные двери, чтобы просто можно было зайти и выйти. Вот так вот. Как, ну, в общем, как-то так. Второй день уже, бляха-муха, у меня ни базы, блин, ни черта нету. Ну как это, нельзя это назвать базой, это так. Фигня какая-то. Ну хоть что-то я могу сделать. А, дерева нет. Как и извечный вопрос, нету дерева, надо идти добывать дерево. Ну что ж, на этом буду заканчивать видео. Так что всем спасибо за просмотр и всем пока.